Здравствуйте. Хочу поделиться с вами об онлайн-обучении у регрессолога Дианы Орлан, которое я получила, можно сказать, волшебным образом. Несколько месяцев назад, узнав о канале ТВ «Экстра» Дениса Овсянникова и пересмотрев прямые эфиры с участием Вячеслава Ященко, Светланы Яковлевой, Татьяны Макаровой, Дианы Орлан и многих других, я подписалась к ним в Facebook и в YouTube. Просматривая информацию, которую они выкладывали, я делилась своими впечатлениями в комментариях, задавала вопросы в чатах. В общем, активно интересовалась регрессией и темами о духовном развитии. И так оказалось, что на канале у Дениса был объявлен конкурс о бесплатном онлайн-обучении на регрессолога у Дианы, о котором я и не знала. В одной из открытых встреч с Дианой было объявлено, что я выиграла этот бонус и получила бесплатный курс. Друзья, в первую минуту я даже не обратила внимания, а просто подумала, повезло ведь кому-то, есть же счастливые люди. А когда Диана повторила еще раз, мне верилось и не верилось этому чуду. Эмоции переполняли меня, они фонтанировали. Я была на седьмом небе, за что очень благодарна Диане за такое счастье, которое она подарила. Сам курс у Дианы проходил в 2 ступени по 2 дня в онлайн-формате в Zoom. Сначала Диана проводила теоретическое обучение, где совершенно не было воды. Лекция имела объективную и конструктивную информацию на основе опыта и большого стажа в регрессии. Презентация, составленная Дианой, не скучная, интересная, с примерами, рассказами о регрессологах и погружениях. После теории Диана проводит наполненные медитации, которые помогают в дальнейшем во время практик погружения. Все занятия Диана поставила так, что атмосфера очень дружественная, все это очень увлекательно, иногда даже завораживающе. Особенно это проявлялось, когда Диана продемонстрировала нам через регрессию при рождении одну из учениц. И да, курсы включают в себя очень много практик, очень много медитаций, но ты наполняешься ими и с легкостью погружаешься во время регрессии. И все это очень интересно и очень познавательно. Хотелось бы еще отметить, что в конце курса Диана дарит техники для того, чтобы провести регрессии. Этих техник у Дианы очень много. Они разработаны так, что можно получить очень хорошие погружения. Они действительно ведущие, очень чудесные и практичные техники. После окончания курса выдается сертификат об изучении метода работы с глубинной памятью и регрессиями. А сдав 3 регрессии, можно получить аттестацию на профессионального регрессолога. Друзья, я рекомендую вам учиться у Дианы Орлан на регрессолога. И еще раз хочу поблагодарить Диану за то, что она ввела меня в мир регрессологии, где можно найти очень много ответов на вопросы, которые возникают в течение всей жизни.